нападают не на панашельяч, там нацкорпус. Вони говорять про мене ті речі, які мені здається сором. Але, скажімо так, це їх життя. Підвищувати собі рейтинг за рахунок мого рейтингу. Повинно бути сором. Ну, але... Мені не цікаві ці люди, про яких ви говорите. В цілому. Привет, мои дорогие друзья! Ну что ж, я продолжаю вас знакомить с аудиопереговорами помощника, заместителя главы администрации президента Украины Кирилла Тимошенко. У него есть помощник Сергей Малыхин. Кирилл Тимошенко этого не отрицает. Правда, он старается называть Сергея Малыхина человеком, который помогает партии. Как-то так он называет. Но смотрите, сейчас я вам объясню, почему Служба безопасности Украины не заинтересовалась. Хотя, конечно же, они были первыми, одним из первых, кто посмотрели мои видео и эти переговоры. Я вам расскажу, почему Служба безопасности Украины еще не провела ни одного допроса фигурантов. Итак, действующие лица. Кирилл Тимошенко, заместитель главы администрации президента. У Кирилла Тимошенко есть помощник, это некто Сергей Малыхин. Вот он. Он предстает в разных ипостасях. Этот человек отвечал, по нашей информации, за DDoS-атаки сайтов, где публиковалась критическая информация по Кириллу Тимошенко. Третий фигурант – это некто Александр Золотухин. Александр Золотухин – это человек, который разыскивается в Украине по 4, сейчас уже по 5, по-моему, тяжким статьям Уголовного кодекса Украины, которые временно находятся на территории Королевства Испания. Итак, звонок. Значит, я так понял, что встреча с Кириллом состоялась, да? Да, была. Значит, я тебе рассказываю коротко. Ну, на самом деле все достаточно просто. Угу. То есть и закрутится, как это, и дела закрутятся быстрее. Значит, два момента. Момент номер один. Вернее, даже как это, вводный момент. У меня тут совершенно как бы к вам не имеющий отношения расклад с людьми, которые вышли и предложили определенное видео по нашему самому лучшему независимому журналисту в Украине. Ну да. Вот, да, да. И, мы его между собой называем не шарик, а кулек. Чтобы вы поняли. Кулек. Даже не пакет. Да, пакет. Да. То есть именно совсем мерзко. Да, это же по-украински. По-русски пакет, а по-украински кулек, короче. Да. Он даже не шарик, я говорю. Ну ладно. Да, извиняюсь. Это просто... Значит, и на текущий момент... Все так повернулось, что я, в общем, пока что должен денег, причем много. Ну, то есть, короче, там... Охренеть. Да, произошла отличная история, в которой, как это, все съезжают, но из хаты деньги вынес пока что я и еще должен. Приобрели. Офис президента приобрел какой-то убойный компромат на шария. Скорее всего, реализовывать его будут через свои сливные бачки. Что такое сливные бачки офиса президента? Это Сергей Лещенко. Это человек, который получает 340 тысяч гривен в месяц, являясь там каким-то соглядатаем за Укрзалезницей. К железнодорожной дороге это не имеет вообще никакого отношения. На самом деле этот человек держится на этой должности и получает эти деньги из государственного бюджета, из ваших отчислений, из ваших налогов, исключительно из-за того, что обслуживает интересы офиса президента Украины. Да, второй сливной бачок, это там некто Сергей Иванов, он тоже на прикорме офиса президента, насколько мы понимаем. Есть ряд журналистских объединений, тоже сливные бачки. Это Следство Инфо, через которое слили убойный компромат на недвижимость Шария, да, Новое Время, там Цензор, ну и так далее. Значит, после этого мы, как это, взвесили всякие разные варианты дальнейших, ну, твои истории, там, и еще какие-то истории, которые могут происходить.
Вот. И с Кириллом приняли решение, что мы это все передадим в контору. На Владимирскую, что ли? Да. Есть! Дело Шария передано в Службу безопасности Украины. А я подтверждаю данную информацию, я уже ее озвучивал. Они собрались, такое было поставлена такая была задача в офисе президента, по моей информации, Андреем Смирновым, одним из замов Ермака, главы офиса президента, привлечь меня за финансирование терроризма. Это за помощь бабушкам на неподконтрольной территории, которые не получают пенсии. Что по моим конкретно делам? Вы передадите их в службу. То есть мне что, значит, что дальше? Да, да, смотри, значит, я договорился сделать такую типа справку, да, типа вообще вот по состоянию на сейчас, чтобы это можно было переправить. Условно говоря, туда, и чтобы закрутились колесики. Что в этой справке? Я, ну, типа, хочу, а ты мне сейчас, ну, типа, скажи, правильно ли я все понимаю или неправильно. Пункт первый. Человек хочет обратно. Человек, да. Это ты. Да, да. Да, то есть это как бы пункт один. То есть, соответственно, как бы надо, ну, позакрывать то, что есть, и начать какие-то новые дела с чистой страницы. Пункт первый. Значит, пункт второй. Ну хорошо, Кирилл гарантирует, что вот это завертится и достаточно в обозримом будущем. Если надо, я дам очень толкового адвоката, блин, в Украине. Не, это, ну, то есть смотри, как бы там заряжены. Ну, так, то есть заряжены, понял. Все. Я понимаю, хорошо. Заряжены все, там по разным фронтам идет работа, по медиа, по нему. Все заряжены. А контакту в Испании, Александру Золотухину, они обещают закрыть 5 статей Уголовного кодекса Украины. 5 статей, тяжелых статей. Но, говорят, подготавливая справку, передадим в СБУ, все будет нормально. Я тут хуярю, как пацан 42 года на стройке. И я за все это, честно говоря, хочу каких-то, ну, хоть чуть-чуть денег, потому что у меня... Это, смотри, это пункт 2. Да. Ну, то есть, как бы, да, это, ну, я об этом сказал. Вот, как бы сказали, окей, есть в конторе на это ресурсы, то есть, соответственно, ну, типа, смотри, я это описываю, типа, как ситуацию, что вот есть человек, вот такой расклад, вот, а, хочет домой, б, хочет там поправить положение свое, потому что не просто так он, как это, далеко от родины занимается. Непонятно. Ну да. Вот, значит, соответственно... Дальше. То есть из ваших налогов, вы же, я надеюсь, платите налоги, даже если вы их не платите, у вас налоги государство забирает. Вы платите за продукты, там НДС и так далее, да? У вас отчисления идут из зарплаты. Из ваших налогов оплачивается деятельность агентов Офиса Президента, которые находятся там в Испании где-то, беглых преступников, разыскиваемых Интерполом людей, разыскиваемых СБУ и так далее. Из ваших денег их содержат. После этого... Я думаю, что вы должны немножко с другим пониманием слушать разглагольствование Владимира Александровича о том, что в бюджете нет денег, поэтому нам необходим очередной кредит МВФ. Дальше у нас есть история, связанная вот с чем. Расследователи, которые до тебя вот. Никак не теперь, доедут. Теперь смотри. Это мы уже обсуждали, эти расследователи из следства инфо наконец-то доехали, пофотографировали дом Шария, неизвестно зачем они это сделали, показали это, как будто бы это что-то значило, да, в итоге, ну, не получилось у них ничего. Смотрите, а вот это вот уже кое-что более важное, потому что на территории Европейского Союза собирается офис президента осуществить некие действия, и курируют они осуществление этих действий с разыскиваемым СБУ преступником Дульским, Николаем Дульским, который является агентом ФСБ, его называют, но он не агент ФСБ. ФСБ использовала Дульского и чисто для своих целей, но это не значит, что он какой-то агент или он там ценен для ФСБ. ФСБ использует людей, которые дают себя использовать. В принципе, желающих поехать, ну, то есть что-то там просто этот, Коля жевал сопли с какими-то непонятными типами. Коля Дуля, ты имеешь в виду? Ну да.
И над всем этим стоит Кирилл Тимошенко, который сегодня позиционирует себя как дубль президента Зеленского, чьи мысли повторяет, безвольно повторяет кукла, которая сегодня является нашим президентом. Из бигусов, не знаю. Это я, это Курбатов этот, по которым я тебе рассказываю. Ага. Это я его, ну, я сказал Коле, что я с Курбатовым тру за эту тему, а Коля в наглую начал с ним переписываться, блядь, за эту же тему, блядь, ну нахуя это делать? А ты мне скажи, я не тем более, чтобы ты понял, что Курбатов в кентах, он же мне от Кирилла Тимошенко позвонил тогда. А ты мне скажи, кто это? Курбатов это из бигуса команды журналист-расследователь, и это кент твоего шефа. Над всем этим стоит Кирилл Тимошенко, зам Ермака. Смотри, какая тема. Готовы ехать плюсы, готовы ехать ICTV. 1+1 интересовались, откуда у меня информация о том, что они готовы ехать были снимать заказной сюжет. Пожалуйста. Куда угодно, ну то есть как угодно. Понял. Вопрос в чем? Вопрос в том, что типа много очень разговоров про вот эту вот всю историю с надвижкой, со всеми делами. Но никто не видел никогда какого-то фактажа, но на основании которого можно... А он есть, вот здесь. То есть, условно говоря, разговоров много, а типа... Слышишь, я тебя сейчас вообще обрадую, извини. У меня ж тут пацаны, я же глава комитета политбеженцев, блядь. И у меня здесь пацаны. И я их заслал, блядь, как-то вычислить офис, блядь, Шарика, блядь. И они, у меня есть видео, я могу тебе даже его переслать. Понятно, что оно уже обрезанное, потому что пацаны сидели целый день, и один его... Вот там вообще ситуация была двое. Один сидел в кафе за углом. По инициативе офиса президента в Европейском Союзе инициирована слежка за законопослушным жителем Европейского Союза. Мы можем продолжать это дело с ним, можем привлечь кого-то из... Да похуй, кто быстрее приедет, и кто будет, блядь, контролируемый, того и надо брать, все. Плюсы точно, типа, ну, делают это всю жизнь, делают это хорошо. Теперь... Да, плюсы делают это всю жизнь, ну, то есть имеется в виду 1+1. Мы знаем. Смотри, по всем этим сценарным раскладам это уже... там как все это организуется и как, собственно, и, ну, ты к этому тоже будешь прикладывать руку, естественно, потому что, по большому счету, ты будешь главное контактное лицо. Естественно. Вот, значит, соответственно, чтобы это произошло, ну, то есть, чтобы их отправить, нужно как-то так придумать, то есть, я так понимаю, что нужно установить контакт с конторой. Послушай, Баканов, ну смотри, контора меня очень хорошо знает, она там помогала мне иногда. Я там на хорошем счету, чтобы ты понял. В этом не сомневайся. Тебе нужно вначале с ними решить вопросы по этим документам, по всей этой истории. Так дайте тогда контактное лицо. Я как юрист с юристом, я переговорю, и все будет заебись. Вот. И дальше, как бы, вот этот вот список этой недвижки и так далее, и так далее. Какие-то расклады уже можно будет отдавать, типа... Я все дам, что надо. Я все дам, что надо, не переживай. Я готов на детекторе лжи пройти. Я, ну, поверь, ты не представляешь, сколько у меня информации на этого гондона. Хорошо. Ну, то есть, условно говоря, это то, о чем я сегодня переговорил. Понял. Сережа, спасибо большое. Спасибо большое. С следователями вопрос, ну, и второй момент с... Собственно, с передачи это в другое управление и ускорение всех процессов. Понял. Все, спасибо. Я очень доволен тем, что услышал. Я надеюсь, что ты тоже доволен теми новостями, которые я тебе сказал. Но это еще не все. В СБУ надо предоставить документ, бумажку, как они называют, с фамилиями тех людей, против которых СБУ также должна лучше всего закрыть дела. Обелить их. Полностью прекратить преследование, для того, чтобы они вернулись в Украину и могли работать на офис президента. Что, ты мне скажи, какие-то контакты твои вписывать в эту бумажку, или тебя там, ну, знают? Контора прекрасно меня знает и знает, как со мной связаться. Связаться. Все. Да, не переживай. Все, я тебя понял. Все, плюс, давай, все. Добро, плюс, да, пока. Да, счастливо, отдыхай. Все это координировалось с службой безопасности Украины Баканова. И именно этим объясняется то, что ни один фигурант
вот этих дел в Украине еще допрошен не был. А это странно, потому что именно Николай Дульский по своей собственной инициативе сдал в Федеральной службе безопасности некого Евгения Пирожка. Евгений Пирожок на данный момент находится под стражей в Российской Федерации. А некая Даша Свирская, это сожительница Николая Дульского, это та самая барышня, которая заманила на территорию Российской Федерации небезызвестного Гриба. Гриба, который потом пошел на обмен. Сейчас Николай Дульский, который занимался вот этими вот вопросами, имеет прямое общение с Кириллом Тимошенко, с помощником Кирилла Тимошенко, с офисом президента. Делится номером Арахами и предлагает позвонить по этому номеру и так далее. Скажите, пожалуйста, служба безопасности Украины в теме или нет? Далее буду. Пока.